Всем добрый день. Итак, как снять авторадио с Mitsubishi Pajero Sport 16 года. Как видите, все раскурочено. Это уже снята панель. Так она выглядит. Вот. Значит, снимается очень просто. Хочу показать внутреннюю часть. Вот эти вот защелки красные. Они находятся с внутренней стороны. Значит, вот это гнездо климат-контроля. Значит, снимается очень просто. Вот так оно стоит. Вот здесь вот снизу, вот где, сейчас я покажу рукой, вот здесь нужно поддеть пластмассовой такой щеточкой небольшой, оно отщелкнется. Затем справа начинать поддевать также. И эта крышечка полностью снимается вот из этого отверстия. И вы можете вполне добраться до авторадио и поставить себе какое-то другое, если у вас как есть старые модели радио здесь стояло, поэтому решили поменять. Вот. Вот такие вот защелочки, еще раз показываю. Вот они красные. Ничего крутить, корючить не надо, это буквально 2 минуты, а то и того меньше. Только нужно аккуратно не сломать эти защелки. Вот так они вот здесь находятся. Крепятся, вот кто разбирается, и даже кто не разбирается, вполне это могут увидеть и разобраться в этом. Так что у кого есть старое авторадио стоит еще, которое стояло в Митсе как до 16 года, вот, и вы хотите поменять, вот вполне вот таким путем, как я сказал. Видите, она вся вместе снимается, крышка, полностью, вот. Так что всем хорошего настроения.